Приветствую, друзья! Это снова Борщ, и это специальный выпуск. Почему специальный, сейчас объясню. Начнем. Председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров сделал заявление в Facebook по нашему каналу и призвал всех, начиная от Дмитрия Яроша, заканчивая Антоном Геращенко, с нами разобраться. Причина – одна из наших программ на канале КРТ, а именно телемост с Крымом. И рано или поздно все равно мир наступит, никуда мы от этого не денемся. И самое главное – не утратить человеческое лицо, потому что… Да. Да, я думаю, что это близкая перспектива. Политики уходят и приходят, а народ остается. И я считаю, что сегодня диалог состоялся. Спасибо всем участникам. Засчитан. Диалог засчитан. Давайте с этого начнем и продолжим. Не знаю, как для Рифата и других, но мы на КРТ считаем, что Украина должна быть единой, неделимой и процветающей. А это возможно в том случае, если будет восстановлен полноценный диалог между всеми украинцами, независимо от их прописки. І давайте пам'ятати, що любити Україну означає любити всіх українців. В якому б куточку нашої країни вони б не народились. Возможно, ми романтики, но ми предлагаємо діалог між простими і не дуже простими людьми. К нам приходили учасники АТО і ООС. Вони висказували свою точку зрення. Я согласен з тим, що... Итог этой войны, он должен с разбора полетов. Должны быть виноваты во всех тяжких преступлениях те люди и объяснить причину, почему он взял в руки автомат. Если он насиловал, убивал, он должен отвечать. Так же, как и тот человек, который с этой стороны, за такие же преступления, он должен отвечать. Жители Крыма и Донбасса свою. Возможно, вот такими вот... такими передачами, хотя не хочется себя сравнивать с людьми такого уровня, но вдруг как бы посыл такой, вот такими усилиями ежедневными, доброжелательными, миролюбивыми, в конце концов, мы сумеем сформировать то понимание общества, что война не нужна. В телемосте бывают и горячие моменты, моменты полного несогласия, но наши ведущие Жанна Васильцев, Алексей Кутепов и Руслан Кацаба – это поистине миротворцы. И нет, это никак не связано с известным сайтом. А пристрелить целый город, как подгулявшую суку, мне понравилось это сравнение, я запомню. Давайте, давайте. То, возможно, чтобы нас хорошо... Опять же, ни о чем. Вот, Камиль, ну пожалуйста, ну давайте, давайте соблюдать регламент уже. Позитив. Уверены, что мы продолжим с новой силой, и в любом случае, рано или поздно, мы будем жить все в мирном времени, под мирным небом. Есть великая песня про то, что этот день мы приближали как могли. Я думаю, что этот день мира и даже примирения мы тоже сегодня приближаем так, как можем. Но вернемся к Чубарову. Критик с дивана, мамин. Слушай, Иван Гай, критикуешь, предлагай. Критикуешь, предлагай. Если канал КРТ чем-то не устраивает, дайте украинцам другую площадку для диалога. Считайте, что диалог украинцам не нужен, так... молчите. Но наши журналисты молчать не будут, ведь они журналисты. Я напомню, что патриотизм – это любовь к родине, а не наоборот. Народ Украины должен говорить между собой. И когда я говорю «народ», я имею в виду и русских, и евреев, и молдаван, и крымских татар, и все другие национальности. Если диалог между нами будет восстановлен, то плевать, что думают в Европе, Америке или в России. Нам тут жить. И мы хотим мира и согласия в Украине. И мне странно, что такие простые банальные истины нужно время от времени проговаривать. Блин, еще пару предложений, и просто хочется сказать, голосуйте за Макаровского. Шучу. Голосовать за меня не нужно, а вот за КРТ... очень даже было бы хорошо. А проголосовать вы можете подпиской, лайком и поделиться понравившимся видео с друзьями. Например, этим самым телемостом с Крымом. Ну и традиционно в конце под этим видео, в комментариях, я прошу поделиться на вас, с чем вы со мной согласны, а с чем нет. Если да, если вы со мной согласны, ставьте лайк. Если нет, 3 лайка. Всем борщ.